Милый мой, скоро ты станешь самым красивым Аполлоном на всей планете. Какой ужас! Кто прилепил жевательную резинку на моего Аполлона? Бенедикт, это ты сделал? Нет, ты же знаешь, что я ее вообще не жую. Тогда кто? Кто в этом доме жует резинку? Это наверняка Жозе. Почему ты сразу обвиняешь бедного Жозе? Между прочим, Николя и Себастьян тоже ее жуют. Но Николя и Себастьян не позволят себе прилепить гадкую резинку к моему Аполлону. Николя хорошо воспитан, а Себастьян слишком меня боится. Ну хорошо, хорошо, Лали. Это Жозе. Ты довольна? Но он у меня попляшет. Пусть только вернется. Аполлоша, милый, прости. Я тебе обещаю, что больше никто не посмеет прилепить к тебе эту гадость. Лали, не делай из этого трагедии. Отлепила резинку и прекрасно. Тебе, конечно, на это наплевать. Еще бы я не отлепила резинку. Аполлоша, не сердись на него. Он это сделал из зависти. Ты же намного красивее, изысканнее. Лали, ты не могла бы говорить потише с этой статуей? С этой статуей? Разве это статуя? А что же это? Это не статуя, мой Аполлон больше, чем статуя. Это реинкарнация древнего римского бога. И ты можешь обидеть его, если будешь называть его статуей. Лали, перестань, перестань. Что перестать? Бенедикт, представь себе, что, называя моего милого Аполлона статуей, ты не только его обидишь, а еще и беду на нас накличешь. Вообрази себе последствия. Хорошо? Извини, Лали, извини. Извини, Аполлон, это больше не повторится. Мы принимаем твои извинения.